Всем привет! Приветствую вас на канале Install Update, и сегодня я вам расскажу, как можно протестировать ваш блок питания. Для этого вам понадобится программа. Скачать ее можно по ссылке в описании. Здесь переходите в Download и в самом низу нажимаете Installer XC. Далее, конечно же, вам нужно установить эту программу. Здесь вы соглашаетесь со всеми лицензиями и далее нажимаете установить. Занимает это буквально пару секунд. И также рекомендую вам посмотреть другие видео по тестированию. Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Совершайте покупки как обычно и получайте часть денег обратно. Выводите средства любым удобным способом и тратьте на свое усмотрение. Регистрируйтесь на сайте letyshops.com и получите премиум-аккаунт в подарок. И после того, как программа установилась, вам нужно, соответственно, ее запустить. Здесь вам нужно также настроить максимальную температуру вашего процессора, дабы он не сгорел. Эту информацию вы можете посмотреть на сайте производителя вашего процессора. И далее, в принципе, я вам покажу на примере 7 минут. Как вы видите, программа запущена. Сейчас идет ожидание тестирования. И далее справа на графиках вы также сможете увидеть температуру и напряжение. Итак, здесь появится вот такое вот окно, и здесь вы также сможете отслеживать CPU. После того, как температура вашего процессора достигнет максимальной точки, программа остановит свою работу, и вы получите вот такой отчет вот в формате JPEG. Далее на этих графиках вы сможете увидеть, как менялась температура, что происходило и за какой промежуток времени. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока!